в общем-то, попытались произвести вот этот странный, рискованный эксперимент и опыт совмещения джаз-роковых, соответственно, традиций с этническими инструментами, причем он сложный и в настройке, и в подзвучке, и всему. Слышно очень хорошо. Вот, и композиция тоже будет с нового альбома. По-моему, очень своевременный такой посыл. Надо заниматься любовью, а не войной. Правильно? Вот, собственно, об этом и о многом другом эта песня. «Потерянные в Сайгоне». Thank you.
Спасибо вам, китайский рок-клуб.